Дорогие зрители, добро пожаловать на наш канал. Друзья, буквально пару минут назад мы узнали, что на 92-м году ушел из жизни советский российский кинорежиссер, сценарист, писатель, переводчик и альпинист Вадим Михайлов. Он родился 23 мая 1931 года, профессионально занимался альпинизмом с 1948 года. В 1955 году окончил Тбилисский государственный университет, переводил грузинских писателей, печатал в республиканских газетах и в журналах свои рассказы и стихи, окончил в 1964 году высшие сценарные курсы, а в 1967 году высшие режиссерские курсы при Ленфильме. Как режиссер он снял 8 фильмов: «В день свадьбы», «В месяц август», «Пока стоят горы», «Штурмовое предупреждение» и другие. Вадим Михайлов также автор 8 романов, автор сценариев, кинокартин и сериалов, в частности, «Семейные тайны», «Молодой человек из хорошей семьи», «Год собаки», «Колесо любви» и много других. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.